Нищеброды. Виктория Боня оскорбила всех матерей России. Виктория Боня оскорбила русских матерей, да и всех, кто получает любые пособия от государства. Она подчеркнула: «Бедный значит нищеброд». К слову, так Боня решила бастовать против внесения поправок в Конституцию и отстаивать интересы бизнесменов из списка Forbes. Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня, впрочем, больше она известна как участница «Дома-2», разразилась оскорблениями в адрес получающих помощь от государства в период пандемии коронавируса, при этом задев всех матерей России – нищеброды, криворукие алкаши. И это не полный список высказываний в адрес наших сограждан. К слову, Виктория Боня в продолжение своих заявлений сказала, что, кроме всего прочего, отстаивает интересы бизнесменов из списка Forbes, которые, по ее словам, тоже недовольны раздачей денег бедным. Свои заявления Боня оставила в сторис социальной сети Instagram, что весьма удобно, ведь через сутки они удаляются. Да и в целом ее заявления были обращены против поправок Конституции России. Возможно, на первый взгляд связь трудно прослеживается. Но с точки зрения Виктории Бони, поправки к Конституции закрепляют помощь незащищенным слоям населения во вред стране. Мол, и деньги на второго ребенка будут потрачены на наркотики. «Я не говорю сейчас обо всех», – сразу уточнила Боня. «И другие слои населения все спустят не на семью».